Вместе с коронавирусом в Ульяновскую область пожаловала безработица. После апрельского удара пандемии более 30 тысяч человек лишились работы. На данный момент предприятиям региона требуются специалисты торговой сферы и водители. Самая популярная для работодателей вакансия – это водитель автомобиля. Из 15 тысяч вакансий, которые сейчас есть в Ульяновской области, 3 тысячи – это водители. Еще 1000 – это продавцы. Наталья Жамалетдинова уже несколько лет работает продавцом в одной из пекарен города. Женщина рада стабильности и хорошим условиям труда. Ранее Наталья работала официантом и барменом. Нынешнее место работы нашей собеседнице нравится больше прежних. Наталья рассказала нашей съемочной группе, как проходит ее день среди ванильных пончиков и сытных пирожков. Работает пекарня у нас с 8 до 21:30. Приходим мы на работу в 7:00. Ну, естественно, сначала как бы переодеваемся, выходим в торговый зал, выкладываем выпечку, представляем ценники. Потом открываем пекарню и принимаем гостей. Как бы улыбаемся. Если при самостоятельном поиске работы все попытки не увенчались успехом, поможет единый портал работы в России. Напомним, с апреля текущего года запущена возможность регистрации в качестве безработного на единой онлайн-платформе. С 18 августа подать заявку можно и в очном формате в службе занятости. Что интересно, на этом сайте отображаются вакансии по всей России. В отличие от коммерческих ресурсов, на работе в России нет рекламы и назойливых всплывающих окон. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.